Есть такой феномен психологический, что когда женщина не уважает мужа, а у него, допустим, высокий пост, то его подчиненные не будут уважать. Все люди смотрят на человека, на мужчину глазами его жены. Ну, то есть сила уважения или сила презрения, сила любви или сила отторжения исходит от мужчины в результате его отношения к нему и к жены. Потому что жена, она создает энергию в муже, то есть она вкладывает в него силы. Правильно, как женщина делает? Она сама в основном не работает, с детьми сидит. Но она вкладывает свои силы, любви, уважение к мужу, и муж растет, развивается, у него больше зарплаты. То есть женщина много в мужа вложила, у нее больше зарплаты, денег хватает в результате. Если она у него вкладывает Г, постоянно ворчит, не дай не ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ну, Г выдает, значит. В семью приносит Г. Больше ничего не заработал. Понятна система, нет? А если он правда такой, Олег Геннадьевич? Ну, значит, ты тоже правда такая. Вот вас соединили таких. Значит, надо за вас обоих вам молиться. Садиться, молитву читать и менять свое сознание. Что человек видит, туда человек близкий развивается. Оскорблением также является измена. Близкий человек может изменить. И надо думать, что я больше с ним не буду жить в результате. Это неправильно. Измена вызывает отторжение. Но с помощью молитвы можно отторжение победить. Смотрите, близкий человек изменил, что делать? Хочется первое просто бросить его и все. Или не жить с ним там, хотя бы не вместе, не жить рядом, не жить. Не жить рядом — это нормально, можно пожить отдельно какое-то время, можно наказать. Но говорить, я тебя не бросила, я просто чуть поживу отдельно. Допустим, он продолжает изменять. Что нужно делать? Бросать его? Нет. Сейчас объясню систему. Во-первых, нужно понять, что измена — это болезнь. Это не то, что какое-то здравомыслящее решение. Но не может быть здравомыслящего решения, у вас общие дети, у вас семья, и взял, начал изменять. Это не здравомыслящее состояние, это одурелость, понимаете? То есть человек одурел немножко. От чего? Сейчас объясню. Вот смотрите. У женщины есть определенная сила влияния на мужчин. У мужчин есть сила влияния на общество, на события. Поэтому мужчины в правительстве часто. А у женщин есть сила влияния на кого? На правительство? Нет, на мужчин. Близких отношений. Так распределяется сила в этом мире. Женщина влияет на мужчин, а мужчина влияет на все остальное. Кто самый влиятельный получается? Женщина, да? Кто был сильнее, Юлий Цезарь или Клеопатра? Клеопатра, потому что он был подчинен своих чувств к ней. Он был в нее влюблен. То есть в этом идея заключается, что у женщины есть большая сила. Это сила привлекательности. И смотрите, что женщины делают у нас в этом мире. Раньше в древней культуре как женщины себя вели? Они свою красоту открывали больше дома. То есть она домой приходит и такая раз, и раскрылась вся. Надела самые красивые одежды и хочет, ходит, привлекает мужа и детей. Дети в результате любят маму, муж любит жену. Отец любит дочь, все любят такую женщину, которая дома привлекательна очень. Сейчас женщина дома ходит, пришла дома, все, побросала, пошла. Халатик одела, такая, не сильно привлекательная, такая обычная. Я думаю, обычная. На улицу пошла, накрасилась, одела самое лучшее и пошла. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Ну для кого, спрашивается? Ну для кого ты стараешься? Да? И что получается? А получается вот как раз то и получается, что у кого-то раз крышу свернуло в какой-то момент.
Ну хорошо, если ему свернуло там, ну погулял, погулял, под окнами ушел. Я что, для него ходила, что ли? Так это непонятно для кого, это выстрелит, так кого Бог даст. Понимаете, а если не так получилось, на работе кому-то свернула крыша, а он еще так ля-ля, тру-ля-ля, и потихонечку, помаленечку дружба завязалась. Олег Геннадьевич, мы с ним просто дружим, мы с ним не любезничаем. А дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Бывает только тонкий секс или грубый секс. А тонкий рано или поздно становится грубым. Вот это в этом и проблема, понимаете, почему вот женщина думает, почему он меня бросил? Потому что культуры нет в обществе же, правильно ходить, правильно одеваться. Ну и по факту это бескультурие, оно и отражается на самой женщине. Потому что энергия красоты у женщины, она имеет резервные мощности, как в банке счет, допустим. Женщина пооткрывала все, и мужчины, которые прохожие, они оп, оп. Каждый взял, сколько ему надо. Она домой пришла, уже нет на форене. Почему? Потому что все раздала. Когда женщина на улице сохраняет, а дома раздает, тогда возвращается назад. Происходит обмен. Муж благодарен, дети благодарны, идет обмен энергии любви. А на улице, когда раздала, то тебе назад вернет. Понятна система, нет? Когда женщина открывает свое тело, ходит, все смотрят, кому не лень, наслаждаются, забирают красоту. Женщина нет силы детей воспитывать, с мужем справиться, нет силы, потому что все раздала. Почему все раздала? Потому что не знала, Олег Геннадьевич, что так не надо делать. Почему не знала? Потому что нет образования. Невежественная жизнь у нас, невежество. Хоть и мы считаем себя крутыми, очень образованными. В чем мы образованы? Самая главная наука – это наука о жизни. Это не наука о математике, физике. Мы хорошо разбираемся, как инфузории туфельки совокупляются. Биологию изучали. Так надо изучать про жизнь человеческую в школе, а не про инфузории туфелек. Зачем они нам нужны? Кто-то из вас это применил в жизни? Как совокупляются инфузории туфельки? Применили, нет? Зачем нам тогда в школьную программу это вставили? А вот знать о том, как красоту беречь, свою энергию красоты, не надо тело открывать лишнее. Есть то, что для всех предназначено, по крайней мере, лицо, пожалуйста. В некоторых культурах даже лицо женщины закрывают. Но это, я думаю, излишнее. Лицо растворяет душу. Лицо это как душа. Все остальное ниже это от интимной жизни. Женщина, женское тело, оно имеет силу. Оно связано с личными отношениями, близкими. Если женщина чуть-чуть даже грудь открывает свою, то она зовет личные отношения со всеми, кто туда посмотрел. И она сама это чувствует, что стыдно как-то, но потом привыкает. Потом привыкла, еще больше открыла, еще больше открыла, еще привыкла, еще больше открыла. Он думает, а что это любви с мужем нет? Ты ее раздала всю. Кончилась любовь. Это то, что нужно знать. Нужно знать также простые вещи, что лучше женщинам заплетать волосы в косу. Почему? Потому что энергия ума у женщины сильна. Она, ум связан с волосами. Поэтому женщины восприимчивы к уму других людей. Они очень чувствительны на умственную энергию. Когда у женщины волосы соединены в пучок, то тогда она защищена от чужой умственной энергии. У мужчины сильна энергия разума, а ума энергия слабая. Поэтому мужчина должен обстригать как можно короче волосы носить, чтобы не сильно зацепляло. А женщины длиннее, чтобы защита была и пучок. Система ясна? Когда так люди себя ведут, у них сила появляется в мыслях, сила, возможность. Да, правильно, вот так. Покажите всем. Я
я смотрю на косу, она раз за нее взялась. Видите, сразу женщина защищается. А чувствует взгляд, раз, и держит, моя коса. Для мужа принадлежит, не для тебя, Олег, иначе. Вот. Ну, то есть женщина защищается. Правильно, правильно, система работает. Итак, двигаемся дальше. То есть мы с вами изучаем какие-то моменты, которые надо знать. Я вам рассказываю просто теорию, общие какие-то моменты. Итак, бывают оскорбления. Оскорбления отрабатываются с помощью молитвы, раскаяния или желания простить. С обоих сторон нужно прилагать усилия. Если мужчина, вот крышу свело у него из-за недостаточной культуры в нашем обществе, и он влюбился. В это время происходят следующие вещи, они происходят механически, потому что это он заболел, у него болезнь разума. Есть болезни ума, есть болезни разума, есть болезни печени, там, тела, есть болезни инфекционные, есть разные виды болезней. Это болезнь разума, влюбленности. Крышу свернула. Знаете, крыша съехала, крыша едет, он стоит. Понятна система? То есть человек не понимает, что с ним происходит. Он считает, что у него все классно, потому что у него крыша съехала. Он счастлив такой. Ты знаешь, я вот тебя не любил, мы с тобой вот поженились. Потому что влюбленность была, но он уже про нее забыл. Новая влюбленность всегда кажется лучше, чем старая. Это как мед, всегда заново ешь. Этот самый лучший, который ешь, да? Так и женщина тоже влюбился, это самое лучшее. Вот жена с детьми находит, она уже не лучшая, а это вот самое лучшее. Что в это время происходит? Человек, который влюбляется в кого-то, у него разрушаются сердечные связи в этот момент. Но они как разрушаются? Временно. Если женщина, которая любит, она не будет противостоять этого, то она постоянно могут разрушить. Сейчас я вам расскажу, как противостоять. Значит, влюбился. Первое, что происходит, меняется философия. Человек начинает по-другому строить свое восприятие жизни сразу же. Ему надо же как-то это оправдать. Он, например, одна девушка ко мне пришла. Вот знаете, Олег Геннадьевич, у меня есть вот сейчас мужчина, а я замужем. Ну да, правильно. Вот. И вот, Олег Геннадьевич, понимаете, мы своим мужем только в этой жизни живем несколько лет вместе. У нас дети. А с тем человеком я с прошлых жизней вместе. Так с кем мне жить? С тем, с которым много жизней подряд я вместе? Или со своим мужиком, с которым несколько лет, Олег Геннадьевич? Должны мне сказать, как правильно. Видите, как философия накручивается? Круто так. Почему? Потому что чувство, сильное чувство, оно забирает разум человека. Одно сильное чувство забирает разум полностью. Человек становится больным. Появляется сильная привязанность к человеку, в которого ты влюбляешься. Холод к жене и холод к детям даже от этой женщины. Холод к детям возникает. Он потом опять, чувство к детям восстанавливается, потом попозже, когда остывает чувство к той женщине. Сначала восстанавливается чувство к детям, а потом может возникнуть опять чувство к жене. Но если она сама захочет этого. Обычно влюбленность вот такая вот дикая, такая, длится где-то до года. Но если сильно прямо влип, сильно крышу сверло, то смотрите, если человек порядочный, что происходит? Он говорит, я вот хочу жить с вами, а люблю ту. И так как ты вот меня любишь тоже, ты мне добра желаешь, дай мне возможность, ну, быть счастливым. Я же не могу с тобой жить, если я ее люблю. И надо ничего не ответить, помолиться, серьезно помолиться и сказать ему, что я буду тебя ждать. Не надо говорить, да, да, ты ее любишь, я плохая, не надо так говорить. Надо говорить, я буду тебя ждать. Но я не считаю, что это правильно, то, что ты сделал. Но я буду тебя ждать. Не со злобой говорить это. Но чтобы так сказать, нужно очень сильно помолиться. Можно откладывать эти слова. Когда в сердце возникает вот это чувство, что я уже, мне легче стало. Всегда надо понимать, что такая вещь происходит всегда, потому что я сама так поступала в прошлом.
Видите, проблема заключается в том, что на этой земле мы очень сильно наказаны. Знаете, в чем сильное наказание заключается? Я вам сейчас перечислю признаки. Мы не помним своей прошлой жизни. Раз, на высших планетах живые существа помнят, за что они наказаны. И человек, который занимается духовной практикой, тоже это начинает осознавать. Но мы в основном не помним, за что мы наказаны, раз. Не помним своей прошлой жизни, два. И поэтому вообще не понимаем, что происходит. И в этой ситуации надо принять правильное решение. Понимаете, то есть мы не понимаем, вот если бы женщина знала, что он точно так же бросила свою жену в прошлой жизни в мужском теле. И за это сейчас страдает. Если бы она это знала, она бы не сомневалась ни секунду, что надо просто молиться сейчас и не бросать этого человека, не наказывать его. Потому что за что боролся, на то и напоролся. Если сильно осуждать, то же самое потом тебе придется сделать еще раз. Итак, сначала я вам сейчас не теорию рассказываю. Ко мне пришел один молодой человек. Говорит: Олег Геннадьевич, у меня жена, ребенок, я хочу сохранить семью. Жена ушла от меня, встречается с другим человеком. Я смотрю на него, очень разумный человек. Я говорю: молитесь? Он говорит: да. Я говорю: хорошо, я буду сейчас вас вести по этому пути сохранения семьи. Я ему сказал: первый шаг – простить жену. Он приходит ко мне через 2 месяца, простил, что делать дальше? Я говорю: она что? Она продолжает с тем встречаться, а по мне даже думать не хочет. Я говорю: хорошо, второй шаг. Тебе надо найти способ просто поддерживать с ней добрые отношения. Какой-то способ. Этим способом может быть просто посещение детей. То есть, человек приходит, они уже не жили тогда вместе. Вот, они развелись, кстати, также. Человек приходит просто к ребенку, и в это время, если он правильно настроен, он что делает? Он просто хорошо относится к жене, к ее взглядам, то есть человеку, который рядом, и просто берет ребеночка, забирает, гуляет с ним. И говорит жене: я тебе за все очень благодарен, спасибо тебе, вот я очень-очень хорошо, по-доброму к тебе отношусь. Все. Он говорит: ладно, до свидания, все. Дальше что происходит? А дальше происходят интересные вещи. Надо знать одну вещь, что человек может заграбастать себе кого-то для наслаждения, но создать семью он не может. Семью создает Бог. Человек может наслаждаться другим человеком, но создать семью он не может. Потому что семью создает Бог. И когда он создает, если оба согласны разойтись, если один человек прилагает усилия, с любовью относится, молится, то в этом случае что происходит? Влюбленность остается какое-то время, она начинает таять. Чем больше тает влюбленность, чем больше включается совесть. А если жена уже, допустим, муж, в данном случае мужчина, он простил ее, к ней хорошо относился. И наступил момент, когда я ему сказал: скоро она с тобой начнет разговаривать. Но она с тобой будет разговаривать о делах, она не будет разговаривать с тобой о жизни. Не переводи разговор на другую тему, следуй инструкциям. И она начала с ним разговаривать о том, что ребенка надо туда отдать, сюда. То есть начала разговаривать с ним о делах семейных своих. Касаемо ребенка. И также спрашивала у него, уволиться с работы или остаться. Начала ему такие вопросы задавать по делам. Потом она начала грустить. Он приходит к ребенку, и она такая печальная ходит немножко, печальная. Я говорю: сейчас, так как вот Анон написал ситуацию, я говорю: сейчас нужно дарить ей подарки через ребенка. То есть ребенку дарить цветы, конфеты, такой вот женские вещи. Он начал дарить ей подарки через ребенка. Она еще больше загрустила. Потом он подходит, говорит: она уже хочет со мной поговорить.
И я говорю, теперь начни разговаривать с ней сам. Просто о прошлых счастливых днях. Просто о том, что помнишь, у нас вот так было в семье. Ну и о том, что было. Помни, не забывай, мечта сбывается. Любовь приходит нам, порой не та. Но все хорошее не забывается. Вот, и начал с ней общаться на вот это вот, на хорошие какие-то вещи, добрые. И она вернулась к нему назад. А потом уже она начала раскаиваться. А потом она начала слушать лекции. А потом они пришли вместе и поблагодарили. Все это происходило постепенно, разворачивались так события. Но хочу вам сказать по секрету, что не всегда так бывает. Что иногда судьба такая сильная и непреодолимая, что человека вернуть невозможно. Но надо всегда пройти этот путь. Надо ставить себе срок. То есть 1.5 года где-то и понеслась. Молитва, попытка возвратить. Ни с кем не встречаешься в это время, возвращаешь близкого человека. Если 1.5 года прошло, срок прошел, никаких знаков, никакой динамики положительной нет. Только твои грезы. Иногда люди в грезах. Он меня любит, но не делает вида. Нет, должны быть факты. Не надо вот это вот безумие. Вот. Когда факты есть, значит, развивай события. Нет фактов, значит, через 1.5 года, в какой-то момент, знаете, что возникает? Ты как бы пытаешься достигнуть человека, возвращаешь назад. И в какой-то момент что происходит? В сердце наступает облегчение. Чувство, что все хорошо. И ты последний раз говоришь человеку, я еще 3 месяца тебя жду, если ты не возвращаешься, то я начну другую жизнь. Пишешь ему, и все, и ждешь 3 месяца. Месяц подождал, и совсем легкое сердце. И Бог даст хорошего человека. Это гарантия. Но надо выполнить свой долг перед семьей, понимаете, сначала. А не так, что типа он меня бросил, все, я свободная, свободная. Нет, ты не свободная. Итак, видите, все начинается с прощения. Сначала надо простить человека близкого. А если он остался дома, гуляет и живет со мной, то проще ситуация. Она решается таким образом. Женщина должна молиться сначала, молиться. И с помощью молитвы простить близкого человека, а потом проанализировать, почему он гуляет. Есть причины, понимаете, чаще всего женщина, 2 причины. Или она не ценит себя в отношениях, ведет себя как тряпка такая. Что хочет со мной, то и делает. 2-я причина, она пилит, или не заботится, не служит близкому человеку. Что-то не так она делает. Надо это исправлять начинать. Когда начнешь исправлять, он теплее начнет относиться. Значит, идет процесс возвращения. Он медленный, не надо торопиться. Потом постепенно он начнет уже думать о делах семейных. То есть включаться в жизнь, в личную. И потом потихоньку-потихоньку вернется назад. А потом не волнуйтесь, так как осадок все равно в сердце остался, да? То все равно, что произойдет? Его раскаяние. Бог наградит вас за этот поступок. Он будет сильно раскаиваться со временем на этот поступок. Будет стоять на коленях и говорить, я никогда в жизни не прощу себе за то, что я сделал. Понимаете? И вы будете чувствовать счастье, что вы победили судьбу. Человек всегда, когда хочет победить, он побеждает. Но победа может быть разной. Иногда человек отваливается от близких, а вы старались. Бог даст другого, это гарантия. Не надо думать, что в этом мире есть несправедливость. В этом мире есть наказание. Если человек сдает экзамен, то поощрение. В этом мире нет такого, что человек наказан, и все, и до свидания. Такого не бывает. А если судьба очень тяжелая, очень жестоко бросил ты кого-то в своей жизни, и невозвратная эта сила, то Бог даст замену. Он тебе замену на семейную жизнь даст замену духовную. Бог все равно что-то даст. Не бывает такого, что человек, который идет к истине, ничего не получает. Он бьется как об камень. Такого не бывает.
Всегда есть выход, но сначала как об камень, понимаете? Судьба сначала проверяет, нет никакого результата. Вот у кого, допустим, кто идет этим путем, нет результата, поднимите руку. Есть такие люди? Уже есть результат. Уже, да, вы уже преодолеваете плохую карму. По факту. То же самое. Как зовут человека? Вам, да. Да, просим. Не про семейный? Кто побеждает судьбу, пытается так вымолить? Есть такие люди? Как зовут человека? Махмадалиев. Он вернется, может вернуться. Через год, не раньше. Год и два месяца будет, не раньше. Но вот видно, а бывает вернется, бывает нет. У вас тоже, да? Другая ситуация. Сами виноваты. Сами виноваты. Не знаю. Я знаю. Смотрите, когда женщина бросает, у нее в сердце холод, камешек холодный. У вас камешек холодный в сердце. Когда ее бросили, то камешка нет холодного в сердце. Есть обида, боль. Вот у нее боль в сердце, у вас камешек холодный в сердце. Вам надо раскаиваться в поступке совершенно. Когда камешек уйдет. Если вы есть возможность вернуться назад, возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся, не оставайся, возвращайся, я без тебя устал. Не хотите? Не можете? Ну, честно, не можете. Все нормально, все будет хорошо. Я для всех это говорю, не для вас, для всех. Да? А мне, Олег Геннадьевич, а я в очередь вставать. Ну что, ну? Нет, вы должны сказать сначала, кто бросил кого. Давно? А? Сколько? Ну, пора заканчивать уже ждать, простить надо и все. Он не вернется, нет. Ну ладно. Вас много, я один. Продолжаем лекцию. Примеры нужны для того, чтобы разобраться. По-всякому бывает, надо просто выполнять свой долг в жизни. Мы по факту долг перед Богом выполняем. Бог нас соединил вместе. Мы сражались, как могли, жили. Перед Богом выполняем долг. Из чувства долга действуем. Потому что люди по своей природе они не могут жить так, как мы хотим. Бывает тяжелая судьба у людей, не могут оставаться вместе, расходятся. Почему такая сила? Человек не увластен над своей судьбой. Иногда люди могут жить вместе, иногда не могут. Мы просто выполняем свой долг до конца. И Бог будет нам признателен, будет нас соединять. Дальше давать нам какие-то возможности, будет давать нам нормальную жизнь со временем. Надо стремиться к этому ко всему. Самое главное в жизни – это внутренняя жизнь. Работа над собой. Внешние вещи всего лишь являются проявлением судьбы. Но внутренняя жизнь – это победа над судьбой. Внутренняя жизнь – что такое? Молитва, слушание духовной музыки, слушание лекций возвышенных и так далее. Внешняя жизнь – что это такое? Работа, семья, дом, машина, отпуск. Это внешняя всю жизнь. Это по судьбе все происходит. Само собой, понимаете? Оно просто катится вот так, само собой, и все. Этого не надо уделять слишком много внутренних сил. А вот если человек думает о Боге, молится постоянно, то его жизнь орошается чистотой. Отношения становятся светлее. Люди вокруг становятся светлее. Постепенно это начинает влиять на работу сначала. Сначала на окружение, потом на работу, потом на личную жизнь только уже. А потом только на детей. Еще тяжелее на детей повлияет. А на родителей еще тяжелее даже, чем на детей. Так судьба постепенно со скрипом меняется только. Со скрипом. Итак, движемся дальше. Мы с вами разобрали первый момент очень важный,
что бывают тяжелые периоды в жизни, бывают легкие. У всех обязательно будут тяжелые периоды. Когда наступает тяжелый период, не надо дергаться, не надо думать, мы несовместимы, надо расставаться, так невозможно жить. Надо просто в этот тяжелый период усилить духовную жизнь. Больше молитвы, больше времени для сдачи экзамена. Понятно, да, система? И постепенно тяжелый период обязательно закончится, он не может всю жизнь длиться. Обычно самый максимально большой тяжелый период, который я видел, ну максимум 5 лет, обычно 2-3 года. Женился на женщине с ребенком, 14 лет сын. Должен ли я его воспитывать, как своего? Родной отец есть. Смотрите, когда вы живете с женщиной, у нее ребенок. Этот ребенок станет силой, разрушающей ваши отношения. Потому что ребенок – это его дом, понимаете? И это он решает, будете вы там жить или нет. Поэтому ребенок будет давать испытания вам. Если вы хотите с этой женщиной жить, станьте ему сначала другом. Не, даже не старшим, а просто другом. Потом, если он вас примет мудрым человеком, станьте для него старшим другом. А потом, если он вам близким человеком вас примет, станьте для него близким человеком. Но никогда не вытесняйте у него родного отца из его сердца. Он этого вам никогда не простит. А если отец родной его предал, то он сам может по своему желанию вас начать считать отцом. А вообще, веды говорят, что у человека 7 матерей может быть и 5 отцов. Пытаюсь это понять. Первая мать – это та, которая родила. Вторая мать – та, которая кормит ребенка грудью. Тоже мать. Надо относиться как к матери. Дальше женщина, которая воспитывает ребенка, это тоже мать. Животное, которое дает молоко для прокармливания, это тоже мать. Корова, это тоже мать. Дальше мать-земля есть. Есть мать, жена наставника или священника, который заботится. И также правителя, который заботится о семье. Жена тоже мать. 5 отцов, родной отец, духовный учитель, дальше священник, который помогает в жизни, дальше правитель, это отец, и тот, кто воспитывает ребенка, ребенок с ним живет, он его воспитывает, это тоже отец. Видите, поэтому слово «мачеха», нет такого слова «мачеха». Это неправильное понимание. Допустим, мы взяли ребенка, усыновили, не надо ему говорить, что я тебе мачеха. У тебя есть родная мать, а я типа тут дура, рядом с тобой нахожусь. Это сразу вызовет у него противоречие в сердце и будет очень больно. Потому что вы для него мать, а не мачеха. Не имеет значения, кто человека рожал. Это вообще второстепенная вещь. Кто дал любовь человеку, тот и является отцом и матерью. Роды – это механическая вещь. Я вынашивал, Олег Геннадьевич, чего? Да не вы вынашивали, а Бог вынашивал. Вы что там все размножали внутри, клетки все эти? Вы что, зачинали сами? Нет, вы просто сексом занимались. Оно зачинается само, Бог вынашивает ребенка, рожает. Вы же ничего не делаете, просто вам говорит, расслабься, какай. Расслабилась, лежит, немножечко тужится, раз вылезла. Бог все делает, понимаете? Я рожала. Вот если ты воспитывала, это уже другое дело, тогда ты мать. То, что там выносила, рожала, это механика. Это Бог все делает. Понятна система, нет? Мать та, которая воспитывает человека, это мать. Вот бабушке отдали на воспитание ребенка, значит, она мать, а вы просто бухгалтер. Вам некогда же воспитывать бухгалтер. Ну, значит, вы бухгалтер, она мать. Бабушка.
Следующий важный момент, важный вопрос нашей лекции. Это тема ясна вот эта, да? Дальше идем, движемся вперед. Смотрите, так как мы живем с вами неправильно, и отношения строим неправильно, культура у нас неправильная, видите, мы поощряем разводы, у нас в культуре поощряются вот эти браки, которые называются во всем мире попросту сожительство. Как на английском, cohabitation, сожительство просто все. У нас же это все называется очень серьезно. Гражданским браком. Ну, почти что орден, понимаете? Все, орден почти повесили. Ну, сожительство просто, понимаете? Снюхались просто и все. Снюхались и живем вместе. Теперь некоторые говорят, Олег Геннадьевич, мы просто друг другу доверяем. Если бы вы друг другу доверяли, пошли бы и расписались. Вы не расписываетесь, потому что наоборот, вы друг другу не доверяете. Что такое роспись? Это защита государства и родственниками семьи. Когда человек расписывается, он семью делает защищенной, потому что два человека вместе не могут сохранить семью. Сохранять должен кто-то. Рано или поздно растаскивать начнет, понимаете? И поэтому люди не расписываются, что они дают себе возможность разойтись. Разошлись, как в море корабли. Ты морячка, я моряк. Рыбачка, я рыба. На суше, я на море. Мы не встретимся никак. Понимаете, то есть вот есть совместное сожительство. Нам некогда расписываться. Олег Геннадьевич, а он не хочет. А он никогда не хочет. Женщина должна хотеть, у нее мозгов должно хватать. Я ему говорил. Говорил, не работает. Мужчина, он как паровоз. Его надо толкать. Толкнул и поехал. Толкнул, будет стоять. Сколько надо сказать мужчине раз, нежно, по-доброму, в хорошей обстановке после еды, чтобы он услышал? 50 раз, да, считайте. В хорошей обстановке после еды. Нам бы расписаться с тобой, мой хороший. После еды в хорошей обстановке, когда он слушает жену. 5 минут после еды. Можешь слушать. Накормила. 5 минут после еды. Нам бы расписаться с тобой. 2. Через несколько дней, когда благоприятная ситуация. Как ты считаешь, если мы распишемся, хорошо? 3. На 26-й раз он где-то, блин, что-то докопалось. Начнет нервничать. Чего докапываешься до меня? Ничего не обращать внимания. Карма пошла преодолеваться. Если нервничать, значит начал слушать. На 25-й раз. Потом. Нам бы расписаться. Хотим? Расписаться. Больше мне об этом не говори. Не обещаю. А зачем потом на 30-й раз? А зачем нам расписываться-то? Надо объяснить, очень сесть подробно объяснить. То, когда люди расписаны, их держат клятва друг с другом. Родственники держат, государство держит. Если не расписаны, они могут разлететься. А я хочу, чтобы у нас с тобой все хорошо было. Потом дети, когда мы расписаны, они считают нас матерью, отцом. А когда не расписаны, непонятно, кто мы с тобой. У них тоже гражданский союз, что ли? Гражданские дети. Дети капитана Шмидта, да? Знаете, сколько было детей у капитана Шмидта? Ни одного. Ни одного. Ну вот, судя по Остапу Бендеру, там много было. Итак, движемся дальше. Если много усилий прилагать женщине, то брак будет роспись. Он пойдет и распишется просто. Все, надо прилагать усилия. Это нужно сделать обязательно, потому что
Если нет росписи, маловероятно, что вы останетесь вместе. Вероятность очень низкая. Потому что совесть в такой брак не входит. Совесть не входит в эти отношения. Когда расписали, следующий этап – это венчание. Нужно обязательно в церковь сходить, потому что когда люди расписываются, роспись защищает людей. Когда люди венчаются, Бог защищает людей. Как роспись защищает? Понесло куда-то в сторону, родственники звонят, мать говорит, ну ты что, сынок, ну у тебя жена, ты что, дурак что ли? Ну давай, хватит. Да я ее люблю, мама, понимаешь? Надоест, свистнешь. Трубку положил. Ну, защищает семью, да? Дальше, когда человек венчается, Бог защищает семью. Человек хочет в кого-то влюбиться, не может найти. Ходит, не может найти. Почему Бог дает? Повенчался. У меня был такой случай, у меня один друг, он монах. И он когда только начал отвлеченную жизнь, ему было тяжело. А он был до этого, разгульную жизнь вел. И у него в Лос-Анджелесе, ну, американец, у него место одно такое, там, такое, знаете, злачное. И там проститутки. И он так устал вот этот монашеской жизни, но он попросил Бога до этого. Пожалуйста, если у меня будет, вот благословение попрошу святых людей, если у меня будут трудности, защити меня. Знаете, такая интересная ситуация произошла. Он просто распространял духовную литературу и зашел так вот в этот район, где был публичный дом, знакомые девочки. И он как раз пришел к этому публичному дому, и девочки ему там раз, они вышли как-то на улицу случайно, и машут ручку. Ты че? Красненький какой-то ходишь. Не такой, как все. Заходи. Что-то давно тебя не было. И он так, знаете, он так раз, его начало магнитить, он такой, его потянуло. И проезжает машина мимо, из монастыря, машина такая. Выходят ребята и говорят, уже пора ехать нам назад, все, садись. И он садится и едет. Ну стыдно же, ну как, на нас. И все. Так его Бог спас. Потом его он осознал, что все это неправильно. И так вот человек побеждает судьбу. То есть нужно венчание, оно дает вот такую защиту. Совесть включается, что мы же венчаны, ты что делаешь? То есть это сразу очень сильно влияет, такое слово венчанное, сразу же, раз совесть у человека думает, ой, нельзя, и так далее. Конечно, если сильно хочется разрушить себе жизнь, то можно найти способ. И венчанный, и невенчанный. Вот. Но идея в чем заключается? Чем больше защиты, тем лучше. Идея ясна, нет? Движемся дальше. Следующая тема – это тяжелая семейная карма. Как она выражается? Смотрите, люди рождаются уже недоделанными. Ну, то есть это нормально. Я сейчас вам расскажу степени разной недоделанности, разной степени. Вот. Это почему недоделан? Потому что ну, тяжелая судьба, но она это все исправляется в процессе жизни. Смотрите, первая степень недоделанности. Женщина склонна больше работать, меньше заниматься личной жизнью. Она встречает мужчину, который склонен дома сидеть в основном, готовить. У ней такая твердая речь, у него нежная. Вот. Они немножко поменялись местами. Они любят друг друга, все классно, у них семья, все нормально, но они оба чуть-чуть недоделаны. Она такая независимая, очень крутая, бизнесменка. Он такой лентяй и как бы вот так вот такой. Понятна система? Что делать? Женщина должна двигаться в сторону женственности, мужчина автоматически будет развиваться в сторону мужественности. Это нормальная ситуация в наше время, очень много недоделанных людей.